Владелец пятого места чемпионата мира Жан Буш. Сейчас на ваших экранах Жан Буш. Россиянин. В прошлом году он был 11-й, в этом году замкнул пятерку сильнейших. Когда я наблюдала за выступлением Жана, особенно когда он исполнял дорожку и пытался зажечь публику, он очень напоминал молодого Евгения Плющенко. Песня в исполнении Валерия Меладзе и Григория Лепса звучит. Судя по всему, именно для показательных выступлений вот этот вот номер подготовил в свое время Жан Буш. И очень подходит тому, как он выражает музыку. Все-таки он очень эмоциональный спортсмен. Я не знаю, кто ты есть, и какой неся секрет. Ты сравнила его с Евгением Плющенко, а тренирует его еще один великий спортсмен, вспомнил, Алексей Урманов. Гудин и Плющенко, и Урманов были воспитанниками Алексея Николаевича Мишина. Я говорил, еще раз повторюсь, уровень высочайший на этом юниорском мировом первенстве. Те, кто первый раз сегодня на экранах своих телевизоров наблюдает трансляцию выступлений лучших юниоров-фигуристов Минского мирового форума, вы убедитесь в этом сами. Пока 18 лет Жану, но через месяц, совсем скоро, у него день рождения будет. В свободное время любит компьютерные игры.